монологом под названием «Пчелы». К магазину подхожу тут недавно. Ребята наши стоят, лица радостные, опухшие. Я говорю, что опять что-то отмечали без меня? Они говорят, нет, мы на пасеку за медом ходили. Хозяин пасеки, говорят, уехал на неделю, так что пользуйся. Ну я вообще пчел уважаю, люблю их продукцию. Мед, медовуха, сотовая связь. Схожу, думаю, пока хозяина пасеки нет. И жену свою возьму, думаю. Валюша сразу согласилась, сладкоежка моя. Без куска колбасы не уснет. Ну, подождал я, пока потемнеет. Взял ведра с Валюшей. Сели мы на велосипед и поехали. Едем, педали крутим, песни орем. За час 5 метров проехали. Мало, конечно, но у него всегда скорость небольшая по лесу у водного велосипеда. Сосед помог Серегану, которого раньше Николаем звали. Тот нас быстро до пасеки домчал. У него такой же велосипед, водный, как и у нас, просто ноги здоровее. Ну, мы приехали, с велосипеда слезли, залегли и по-пластунски полезли, чтоб пчелы нас не раскусили. Подползаем. Во всех ульях темно. В одном только свет горел. Ну, я туда, где светло, смотрю, шторы там не закрыты. Накурено. Спят пчелы в повалку. Рты разъявлены, крылья распластаны. Ну, носки даже не сняли. Устали, видно, план перевыполняли. И храпят страшно на всю округу. Потом присмотрелся, кажется, Валюша моя храпит. Ну, я ее разбудил. Ведро-то у меня в руках было. Смотрим, мужик какой-то в улей руку засовывает, вынимает, облизывает ее. И не местный, видно, мужик, трезвый. Я ему говорю, слышь, мужик, шел бы ты отсюда без меда. А он повернулся и смотрит на меня недобро так. Они редко, когда добро на людей смотрят, медведи наши. Медведь испугался, в лес побежал. Пчелы те культурные, полетели медведя провожать. Ну, мы меда напихали полные карманы, ведра наполнили. Я кусок соты башкой своей откусил и понял, что не все пчелы полетели медведя провожать. Женщины остались пожилые, самые кусучие. С обеих сторон язык меня отоварили. Слышим, пчелы медведя проводили, возвращаются нас провожать. Как будто мы без них дороги не знаем. Ну, мы деревьями прикинулись, так руки растопырили и стоим. И что характерно, пчелы нас за деревья не приняли, а дятел принял. Все бородавки в башку мою вбил. И уши прочистил, за что спасибо ему, конечно. Ну, вскочили мы и бежать. А долго не пробежишь, устали. Ведра полные, улья в руках. Вдруг собачка с левой стороны к нам подходит небольшая. А с правой хозяин пасеки подошел. Ну, вроде не злой, но с ружьем. Я вспомнил детство, как мы катались с братом на коньках по замерзшей реке, как бабушка зашивала мне штаны. Заряд соли, выпущенный с обоих стволов, освежает память до самого родильного дома. Я бежал, как гепард. Побежал в лес, спрятался, затаился. Хозяин пасеки долго искал меня, так и не нашел. И уже уходил, уже буквально 2 метра от меня отошел, и вдруг мне на весь лес среди тишины на телефон смс-ка громкая пришла. Я думал, он на меня всю соль растратил. Ничего подобного, у него ее еще много было. Весь остаток мне дотолпил. С тех пор я не люблю соленые помидоры. Я потом смс-ку эту прочитал. Знаете, что было написано? На вашем счету 24 цента.
Так я к чему рассказываю, ребята, если идете на пасеку за медом, не на свою, вовремя проверяйте телефонный баланс. Спасибо. Дорогие мои.